Здравствуйте, мы семья Морозовых. Меня зовут Сергей, это моя супруга Лариса. Мы хотели бы рассказать вам про нашу большую дружную семью. Это наша кухня, здесь мы печем пироги. Это вот девочки старшие уже вот напекли беляшей. Вот был воскресенье День Матери, вот дети поздравляли меня с Днем Матери. Цветы различные. Этот мы печем сами хлеб. Вот. Где нет, булочки целые. Белый хлеб у нас очень пышный, домашний. Белый хлеб вкусный. Ну вот у нас тут такой маленький спортивный уголок. Здесь вот дети у нас занимаются. Гантели, штанги. Дети занимаются спортом у нас. Вот у нас по утрам это уже как заведено, зарядка каждое утро. У нас все любят готовить. Мы печем торты. У нас дети могут по журналу выбрать любой торт, ткнуть пальцем. И вот мы с мужем, и дети обязательно помогают. Мы начинаем это все. Бывает, и целый день затратим, но приготовим это все. Это вот наша семья. Вот так вот мы отдыхаем. Это наше море, Балтийское море. У нас собака вот сейчас большая, у нас раньше была маленькая, вот сейчас взяли большую собаку, дети захотели, и вот побегают на море. Море волнуется раз, море волнуется два. Вот это вот наша собака, Нора. Все от нее без ума, все любят с ней играть. Дай лапу, дай лапу, дай другую. Молодец, молодец, красивая, красивая и умная собака у нас, да. Все, хорошая девочка. Нора. Вот это комната девочек. Вот наши девочки красавицы. Они показывают концерты сами, сами делают. Нас даже приглашали вот с мэрии, когда на Новый год концерт идет вот большой в зале, и дети наши выступают. Они и вальс танцуют, сами ставят вот эти все постановки. Потом мы выезжаем, у нас есть... Дом престарелых и инвалидов. И говорят, ваши детки не могли приехать выступить. Я говорю, ну мы сами, как бы у нас никуда не ходят никакие кружки, сами просто вот дома любят показывать. Ну что, дали нам автобус за нами. И вот мы со всеми своими, у нас костюмы свои там и шьем. Покажи, Катюш, это вот покажи для чего. Это вальс танцуете вот в этих платьях. А которые, сарафанчики вот мы шили, кадрили они у нас танцуют. Сейчас Новый год впереди, они уже начинают что-то готовить, чтобы там к празднику. Ты уже с класса четвертого мечтаешь, что я буду военной поступать. А теперь, говорит, что-то там, мама с папой хотят, чтобы я военной поступила. Я говорю, Настя, ну ты молодец. Она у нас борьбой занимается, даже в Чебоксарах занимала призовые места по борьбе среди девочек. Вот здесь вот у нас мальчики живут, примерно одинакового возраста у нас все. Здесь, в этой комнате мальчишки, здесь вот у нас... Три яруса кровать, вот третья выезжает у нас кровать, ну, оттуда выезжает, и там шкафчики. И двое спят на диванчиках. Это здесь наши малыши занимаются, играют, рисуют. А? Мама написала. Вот он у нас хочет быть художником. Постоянно рисует. Это ты меня нарисовал? Да. Ой, молодец. А внучек положи, я потом положу в папку твою рисунок. Играем в дочке матери. Я на каждую завожу папку. У меня и папка рисунков, папка записок, папка там, где фотографии. Хочу стать знаешь кем? Футболистом. А я худой. Ты хочешь, мама, чтобы кем я был? Я говорю, хорошим человеком. Я хочу быть художником. Ты хочешь? Я говорю, конечно, хочу. Да. Вот мы уже 8 лет подряд мы ездим, возим детей в Великий Устюг на родину Деда Мороза. Это в феврале, в начале февраля проходит фестиваль «Рождественская мечта». Вот. Нам дают задание определенное, каждый год разное задание. Мы выполняем это задание. Вот, то рушники мы вышивали, то там матрешки расписывали. Позапрошлым году по итогам наших работ вот мы заняли первое место, и нам давали 4 путевки в Израиль, мы детей возили. Вот даже ребенка крестили там в Вифлееме, вот прям в настоящем храме. Вот в этом году поедут новенькие. Нам по 2 путевки дают каждый год. И на сопровождающих. Это вот у нас заготовки вот мы делаем. Вот мы по 500 банок варенья варим детям, солим. Вот у нас тут вот конфеты, сладости вот в пакетах вот разные. Дети у нас и помидоры солят. Все помогают. Они очень любят все помогать. И канцтовар вот запасаемся, потому что вдруг что-то
закончилось, сразу пошел, легко взял. Семья большая, им игрушки. Это вот наша, как бы, средняя дочка, потому что вот ей 16 лет будет, Вика. Вот она у нас недавно, у нас только 3 месяца. Как бы я пошла изначально только ради того, чтобы устроить брата. Потом, когда пришла сюда, мне сама очень понравилось, я решила остаться. Как бы меня приняли очень хорошо, я со всеми детьми хорошо общаюсь. Когда везли мы ее домой в гости, она такая вся была запуганная, вся вот такая скованная, и ничего слова не говорила по дороге. Я говорю: Викусь, ты что так? Она говорит: я очень переживаю, я хочу, чтобы только братику было хорошо. Братику 12 лет. Ехала вообще просто вот молча, вот так вся сжалась и ехала к нам. Боялась, что ее не примут взрослые дети. Очень переживала, что вот вдруг что-то не так. Смотрите, волны какие, смотрите. Выше прыгнет. Я выше прыгнет. Значит, вот эта школа, в которую ходят все наши дети. В общем-то, есть все. 2 спортзала, большая площадка. Вот. Светлые кабинеты большие. Будете учиться здесь, в этой школе. Школа очень хорошая, правда. У нас очень дружная семья. У нас дети все любят друг друга, уважают, помогают друг другу. Поэтому мы будем рады видеть вас в нашей семье.